Снова здравствуйте! Вы на канале Королевство игрушек. С вами я, Наташа. Сейчас я сниму коротенькое видео, покажу, что я вязала попеременно с бычком. Бычка я уже закончила, доделала ему все, вроде все понятно, так как вы в комментариях ничего не спрашиваете. Только одна Рахима задала вопрос по поводу ушек, нужно их наполнять или нет. То, думаю, все поняли, кто со мной вяжет. И связали таких же бычков. Очень хотелось бы их увидеть, поэтому я была бы очень рада, кто вяжет вместе со мной, если вы скинете ссылку в комментариях на свои страницы в соцсетях, допустим, Одноклассники, Контакт или Инстаграм, чтобы я зашла и посмотрела, каких красавчиков вы связали. Вот прям мне безумно хочется посмотреть, потому что у всех они будут разные, у всех красивые. Я видела только у Ирины бычка и еще оленя голову посмотрела в Одноклассниках. У нее она мне скинула. Это очень красиво, замечательно. Ирочка, ты молодец. Я на самом деле очень за тебя рада, что ты такая мастерица, вяжешь, у тебя красиво получается, и ребятишки твои довольны, и все твои близкие довольны. Мне самой очень понравились твои игрушки. В общем, девочки, если хотите, то, пожалуйста, скидывайте. Я пройду по ссылочке и посмотрю, какие у вас получились игрушки. Сейчас я покажу своего бычка, которого я закончила. Вот только закончила и сразу же села снимать видео. Покажу еще куколку, которую я куколка была готова. И покажу шапку на заказ, какую я связала, но чуть-чуть ее не доделала. Все равно все это покажу. Хочу услышать ваше мнение, кто такое вязал, не вязал. Вот именно шапочка меня интересует. Итак, показываю своего бычка. Он у меня получился вот такой. Хотела глазки ему сделать по центру, но сынуля сказал, что нужно сделать, чтобы они были ближе к центру. Сместила их, чтобы они вместе более-менее были. Ну и вот я послушалась его совета и сделала, да. Мне так даже больше понравилось. Вот, он своими детскими глазами увидел. Смотрите, вот такой хвост у меня. Я начесала эти ниточки, которые вставляла пуходёркой, и он получился вот такая вот метелка пушистая. Также я делала ему чубчик, челку наверху начесывала, вставила несколько штук, начесала, и вот такая копна. Челочка получилась у моего бычка. Я еще заказчице даже полностью готового не показывала. Сразу вот спешу, тороплюсь видео показать, потому что мне очень нравится, такой забавный. Сынулю спросила, говорю, может быть, ему шарф связать? Он говорит, ну да, надо. Я говорю, какой цвет? Тот говорит, красный с белым, конечно. Но вот я подумываю, чтобы ему, не знаю, мне кажется, красный с белым не подойдет, что ли. Ну, возможно, вы мне что-нибудь посоветуете. Я вот в раздумьях думаю. В принципе, итак, бычок у меня получился 17 сантиметров с моей, ой, вернее, 16 сантиметров с моей пряжи. Вот, то есть от ножек и заканчивая так рога и челку я не измеряла. Ну, то есть, если измерить, ну, допустим, будет еще там 1,5 сантиметра. А так, в итоге, вот от макушки до ножек получился 16 сантиметров. Прям не знаю, как вам, мне он нравится. Я вот даже хотела бы его, наверное, оставить себе. И, возможно, свяжу себе такого же. Вот так он выглядит сзади. Такой, одна из подписчиц мне написала, что он такой чертенок. Да, я прям с ней согласна. Более точного определения и подобрать вот даже как-то не могу. Ну, такой вот цвет у него, правда, черно-красный, такой прям ух. Я не стала вышивать ему бровки, так как черные бровки, ну, это бессмысленно. На черном фоне их видно не будет. И если бы это была девочка-коровка, я бы еще вышила реснички или приклеила реснички. А так как это мальчик, ну, особо они ни к чему. Я вышила брови, просто взяла иголку с ниткой, вот ниткой, которая вязала красного цвета, и вышила, сделала 9 стежков с одной стороны и 9 с другой. То есть я их не вывязывала, просто вышила. Вот так у меня получился.
В общем, бычок мне нравится безумно. Я еще буду вязать, только в других цветах свяжу. Да, себе хочу черно-красного прям. Может быть, возможно, еще кому-то в подарок свяжу. Ну, вообще, у меня под елкой вот должен быть такой бычок. И несколько цветов буду подбирать. Вот, ну, замечательный. Я довольна очень. Прям очень-очень-очень довольна. Бычок вот замечательный. Что еще сказать? Вот зациклилась я, прям мне нравится безумно. Так жалко с ним расставаться, но вот завтра я его уже просто отправлю к домой на постоянное место жительства. Даже вот представляете, его еще поставить на хвостик, то есть он вот такой хвостик, что он стоит. Вот и все, вот такой вот бычок. Итак, с бычком я закончила. Не могу на него налюбоваться, это капец прям какой-то, смотрите. Я еще как-то давно вязала куколку. Куколка у меня это была не закончена, а именно я сейчас что делала? Вчера, да, я вязала, я обвязала ей белым цветом низ подошвы, а каемочку, и сверху обвязала ботиночки тоже белым цветом. Так она выглядит гораздо симпатичнее. Вот ей чего-то все равно не хватало. Связала поясок и белые рукава вот сеточку сделала. Так вот платьюшко смотрится гораздо интереснее. Вот такая у меня кукленочка. Рост у нее 20 сантиметров. Сначала просто посмотрела на нее, думаю, связать ей новогодний колпачок и мешочек с подарками. Ну нет. Прям передумала, чтобы не закрывать вот эту ее шикарную копну волос. Прическа у нее была другая. Я вот просто стянула, посмотрела, думаю, ну здорово, вообще замечательно. Еще я связала тросики. А то она у меня была без трусиков. Просто вчера села и быстро-быстро шлеп довела ее до ума. Вот такая вот куклёха. Тоже довольно-таки приятненькая на вид. Маленькая девочка 20-сантиметровая. Она такая. Особенно мне нравятся ее волосы. Прям копна копной. Здорово. Забавная. Надо ей, наверное, имя какое-то дать. И будет она у меня. Может быть, тут какие-то помпончики ей сделаю. Ну вот, не хватает тоже в обуви ей. Либо вышить что-нибудь, либо маленькие помпушки сделать. Либо что-то приклеить, может быть. Еще подумаю, и вот в итоге она у меня будет готова. Итак, бычок, кукла. И сейчас я вам покажу шапочку-шлем. На днях подруга меня попросила связать для малюсенькой дочурки, которой еще вот-вот скоро исполнится 2 месяца, шапочку-шлем. Я нашла на канале Клубок Шоу. Не знаю, как зовут автора. Мастер-класс прям вязала по ее мастер-классу. Такие шапочки ни разу не вязала. Вот это впервые. Вот такая она получилась. Ну, да, довольно-таки тепленькая, мягенькая. Она, правда, у меня не закончена. Видите, я даже вот ниточки еще не убрала, не заправила, потому что мне нужно сделать здесь 2 помпончика, вот именно сверху, небольшие. Я просто не успела это сделать. А здесь пустить шнурочек. Тоже его нужно связать. Это, конечно же, мелочи остались. Ну вот, теперь я подумаю, как бы вот дочурке своей, что ли, такую шапку связать. Прям очень удобная штуковина. Закрывает все. Тут получается шапочка и манишка, и щечки закрыты, и нигде не поддувает. Вязала я ее из Ализе Супер Лана Классик. Вот резинку вязала в 2 нитки, а уже саму шапочку в 3 нити. Ну и вот смотрите, что у меня получилось. Вяжется, кстати, очень просто. У мастера доступный, понятный мастер-класс. Она очень так здорово объясняет. Спасибо ей, конечно, за это. Вот замечательный канал даже, если хотите, перейдите. Называется Клубок Шоу. Прям я теперь подписалась, смотрю ее видео. Очень много полезной информации. Я, кстати, даже не знала, как те шапочки вязать, так как мне не приходилось. Я ни разу, никто не обращался. Вот именно подруга обратилась и попросила дочурки связать. Вот такая, может быть, вы вязали. Пишите в комментариях. Я буду рада почитать. Если кто-то что-то, может быть, дополнит, может быть, расскажет. А
я на этом с вами прощаюсь. Буду делать помпончики и шнурочек довязывать и уже отдавать эту шапочку. Ну, вроде такая симпатичненькая. Не, цвет у нее такой вот кремовый, что ли, да, кремовый цвет. Я даже скажу, если кому-то интересно, я сейчас возьму нитки и прочитаю. Итак. Ализе Суперлана Классик. Здесь у нас идет в 100 граммах 280 метров. То есть ниточка довольно тонкая. И цвет 62. Да, вот такая вот. Вот такой моточек. Вязала я ее круговыми спицами номер 4. В 3 ниточки. Она прям плотная-плотная. Чулочной вязкой получилась прям такая здоровская, замечательная. Ну вот, я вам все рассказала и показала. Ну вот, дорогие мои, спасибо, что вы смотрите мой канал, остаетесь со мной. Всем отличного настроения, замечательных дней, много улыбок. Прощаюсь с вами. Пока-пока.